Часы в нашей студии показывают ровно 16.00. Как всегда в это время знакомим вас с главными новостями к этому часу. В студии Максим Малынов. Здравствуйте. В результате непогоды в 17 районах Одесской области обесточен 151 населенный пункт. Об этом сообщает в штабе по ликвидации стихии Одесской облгосадминистрации. Также в связи с выпадением осадков произошло подтопление 10 участков улиц Одессы, 7 подвальных помещений, 55 частных домов. Ведутся работы по откачке воды, а в городе обесточены 1235 частных и 86 многоквартирных домов. Также, по информации властей, в результате непогоды упали 103 большие ветки и 574 дерева. В 17 районах от электроснабжения отключено 151 населенный пункт. Обесточено 1529 трансформаторных подстанций. Повалено более 300 деревьев, из них более 200 в городе Одессе. Упало 2 строительных крана, оборваны 3 нитки газопровода. Утонуло 2 судна, это яхта «Артемида» в Одесском порту, порт номер 18, и турецкая рыбацкая шхуна в яхт-клубе «Черноморский». Из-за порывов сильного ветра в Одессе и в Черноморске произошло повреждение крыш двух частных домов. К аварийно-восстановительным работам и возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечен 291 человек и 53 единицы техники. Жители области призывают сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к сложностям в оперативности оказания помощи. Но в центре Одессы больше всего пострадали улицы Княжеская, Успенская, Садовая, Коблевская, Гоголя, Базарная, Пушкинская, Мечникова и Пастера. На земле до сих пор лежат десятки поваленных деревьев. На улице Елисаветинской снесло ветром столбы со знаками дорожного движения. Здесь же корни упавшего дерева подняли на несколько метров от земли металлическую ограду. На улице Торговой на проезжей части ушел под землю асфальт. Глубина провала больше метра. На улице Старопортофранковской ураганом снесло не только огромные деревья, но и столбы электропередач. Сейчас один из них лежит прямо на трамвайных путях и закрывает проезд автомобилям и маршруткам. Столб перегородил 3 полосы из 4. На дороге лежат электропровода, разбитые фонари, стволы и ветви упавших деревьев. Часть из них местные жители сами распилили и убрали с проезжей части, освободив проезд для автотранспорта. Несмотря на то, что пик урагана уже остался позади, опасность попасть под дерево все равно остается. Промокшие кроны и корни могут не выдержать и упасть, поэтому спасатели и медики предупреждают, лучше пока что посидеть дома. Город подсохнет только к следующей неделе. Уходить от места нахождения высоковольтных линий, от высоких деревьев, тем более деревья у нас большинство старые. Поэтому, ну и естественно, дома, которые уже обветшалы, должны поменьше в этих местах находиться наши граждане города и области. Оборванные высоковольтные провода необходимо обходить 10-й дорогой, не касаться воды, тем более самих проводов. Ни в коей мере не наклониться, не помыть руки в воде или поднять что-то с земли, потому что, естественно, это уже прямой контакт через воду с оголенным проводом. Ну и кроме того, спасатели сообщили нам, что основной удар стихии пришелся на город, а вот область пострадала не так сильно. Из-за обрывов контактного провода по-прежнему не работает либо ограничен ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов. В частности, множественные обрывы кабеля на Фонтанской дороге, там до сих пор не восстановлено движение трамваев. Прямо сейчас уже стал работать 26, 27 и 31 маршруты, которые функционируют уже до 11 станции Черноморской дороги. Троллейбусные маршруты вот 9 и 10, вот только также мы получили информацию, уже работают до Греческой. Сообщать о последствиях урагана и попросить о помощи – все это можно сделать онлайн на специальной интерактивной карте. Ее создали одесситы, чтобы каждый мог в открытом доступе зафиксировать любую проблему. Это и поваленные деревья, и затопленные участки дороги, и перекрытые проезды. Отдельно выделяют безопасные участки и решенные проблемы. С помощью карты одесситы просят о помощи, если оказались заблокированы в квартире, поломался автомобиль или что-то потеряли. Отмечу, что в Google карту можно найти по названию «Запыты про допомогу в Одессе» 2016 10 12 /13.
Ну а количество жертв в результате стихии в Одессе увеличилось. Накануне вечером погиб ребенок. Девочке было 11 лет. Она наступила на оборванный оголенный провод. От полученного разряда скончалась на месте. Трагедия произошла во дворе дома номер 39 по улице Головковской. В области объявили чрезвычайное положение. По моему решению, в связи со стихийным бедствием в Одесской области объявлено чрезвычайное положение. Мы рекомендуем отменить занятия в школах и ограничить явку в госучреждения во всех районах, затронутых бедствием. Кроме служб по чрезвычайной ситуации и тех жителей, кто обеспечивает жизнедеятельность районов. Еще раз призываю всех максимально воздержаться от выхода из дома, пока не утихнет ветер. Кроме того, при Одесской областной госадминистрации открыли штаб по чрезвычайной ситуации. Его телефоны 050-512-1704 и 067-640-0987. Тем временем людей и техники катастрофически не хватает. Одесситов просят помогать расчищать город и освободить горожан, заблокированных в домах из-за древесных завалов. С такой просьбой на своей страничке в Facebook обратился бывший сотрудник ГСЧС Игорь Руляк. По его словам, коммунальщики и спасатели не справляются с ситуацией. Итак, позвонил я оперативному дежурному ГСЧС по городу Одесса, предложив свою помощь, чтобы заступить на дежурство завтра. Но он сказал, что катастрофически не хватает людей и техники уже сейчас, что помочь экипажам ДПЧ с разбором завалов деревьев. Очень нужна бензопила, бензопилы. Пишите мне в личные сообщения, поедем спасать Одессу. У кого есть шансовый инструмент, дождевики, термосы с кофе? Помимо крепких рук, нужен транспорт и бензопилы. Подойдет и ручной инструмент. Все, кто готов помочь, звоните по телефону 063-419-6129. А вот на улице Академика Королева под напором ветра обрушилась целая бетонная конструкция. Обвал произошел буквально посреди дня. Без жертв обошлось только по счастливой случайности. Упал кусок балкона улица Академика Королева, 22, во время вчерашнего шквала. С восьмого этажа оторвала часть ограждения. Бетонная плита вперемешку с арматурой рухнула на пристройку. Непонятно из-за чего вырвало. Видите, кусок вместе с плитой. Здесь было заделанное вот это вот все вырвало. Вот тут обшивку все вырвало. Получается, то, что уже Сережа делает для себя, он хочет туда переехать, это самое, чтобы здесь пройти. Оно все вырвало ему вот эту всю фигню. Крохотную комнатку в коммуне местный житель Сергей планировал расширить за счет балкона, но не сложилось. Ну, был сильный ветер, лежал, читал, и резко он оборвался, балкон. Стенка вот эта ушла. Балкон не ремонтировали с момента сдачи дома. Вероятнее всего, древняя конструкция, и так расшатанная самопальными перепланировками соседей, просто не выдержала напора стихии и обвалилась на крышу пристройки второго этажа. Обошлось без пострадавших. Сергей Бандур, Алексей Пережилин, 7 канал. Знаменитая одесская пересыпь по уши в воде, а после ливня улица Черноморского казачества оказалась в водном плену. Машины не смогли преодолеть так называемое мокрое препятствие. Некоторые водители были вынуждены оставить свои заглохшие автомобили просто посреди дороги. При въезде на поселок Котовского стоит патрульная полиция. Они предупреждают водителей о том, что здесь огромная лужа. Но те, кто рискует, до нужного места не доезжает. Найду, где я помельче. И как крысь. Прыжками. Не могу сказать, что вчера был такой сильный дождь, чтобы должно было привести к таким последствиям. То есть это ливневки, их надо, наверное, как-то чистить, смотреть за ними. Отмечу, что насосная станция из-за непогоды тоже обесточена, поэтому откачать воду с этого участка дороги пока не получается. Коммунальщики открывают канализационные люки, чтобы вода уходила самостоятельно, так что будьте внимательны на дорогах. Ураган и дождь наконец-то отступили, но его последствия до сих пор видны на каждом углу нашего города. Устранять завалы деревьев призывают одесситов. Говорят, сейчас как никогда нужна помощь людей. С неравнодушными жителями нашего города пообщался сегодня утром мой коллега Сергей Бандур. Улица Академика Королева. Вчерашний ураган прошелся здесь изрядно. Деревья валяются и во дворах, и на тротуарах. 70-летний местный житель Владимир с утра по собственной инициативе пошел расчищать от последствий стихии родной город. Чтобы дорога была, чтобы люди могли пройти. Вот. Потому что переходят через все.
Понемножку убираю. Говорит, работы ему хватит надолго. Правда, несмотря на солидный возраст, справляется неплохо. Со своей ручной пилой уже почти расчистил тротуар. Дерево тут упало, может, где-то там еще упало. Ну, стихия есть стихия. А я так дорогу сделаю, чтобы люди проходили. Да. Помощи от коммунальщиков не ждет. Мол, у них работы и так хватает в других местах. Буквально вчера у одесситов появился новый вид развлечения. Сделать селфи на фоне повалившегося дерева, а еще лучше, если под ним раздавленная машина. И судя по рвению наших коммунальщиков устранять последствия непогоды, развлекаться так мы будем еще очень долго. На улице Посмитного поваленные деревья порвали провода, разбили легковушку и микроавтобус. Людям приходится пробираться под ними на свой страх и риск. Кто-то откровенно боится, а кто-то даже получает эстетическое удовольствие. Здесь работают и коммунальщики. Сергей Бандур, Алексей Пережилин, 7 канал. Одесский аэропорт ночью возобновил свою работу. В 2 часа 40 минут в Одессу прилетел самолет из Праги. Об этом сообщили нам пресс-службы Одесского аэропорта. Некоторые внутренние рейсы все же были отменены. Международные вылетают с задержкой. Все это связано с тем, что авиакомпании восстанавливают свое расписание после вчерашней непогоды. Ну а тем временем на трассе Одесса-Киев уже выпал снег. Фотографию заснеженной дороги на своей страничке в Facebook выложил пользователь Алексей Синила. Он подписал пост, далее цитата: «Гоу менять резину. На трассе Одесса-Киев выпал снег». Конец цитаты. Напомню, ранее одесские спасатели предупреждали жителей области об ухудшении погодных условий. То, на что не смогла повлиять власть, решилось благодаря погоде. Мощный шторм на Черном море порвал песчаную пересыпь в заповедной зоне Тузловские лиманы, вокруг которых разгорелся настоящий экологический скандал. Там ученые протестовали против незаконной застройки заповедных земель и браконьерского беспредела. Сотрудники нацпарка в тяжелейших погодных условиях изо всех сил старались помочь морю. Основная часть искусственной дамбы из мешков, которую браконьеры соорудили ранее, была просто снесена штормом. Теперь морская вода свободно зашла в лиман. Служба охраны резала и рвала мешки подручными средствами. Сейчас составлен акт о том, что канал незаконно был перекрыт, а также акт о том, что море сформировало вновь природную прорву. И поскольку это заповедная зона, никто не имеет права здесь ничего менять. В затоке Одесской области смыло полосу набережной. Вода подступила к границам застройки. Я напомню, что в прошлом году открыли первый километр этой набережной линии. Ну а тем временем волны снесли тротуарную плитку и другие части набережной, размыло берегоукрепительные сооружения. В результате шторма оказался затопленный промрынок 7-й километр. Автостоянка залита водой полностью. По словам синоптиков, циклон, который бушевал над Одессой, переместился в Запорожье. А как передают правоохранители, за ночную смену патрульные полицейские по линии 102 получили более 200 обращений. Больше всего поступило вызовов из Приморского района. В основном звонили сообщить о повреждении имущества и автомобилей, завалах деревьев и обрывах электросетей. И к другим темам. В зале Одесского вербовочного центра ВМС наградили почти 30 лучших служащих. Церемония проходила накануне профессионального праздника Дня защитника Украины. Медали и грамоты получали как офицеры, так и рядовые солдаты. Подробнее об этом расскажет моя коллега Марьям Эль-Хасан-Али. Зал Одесского вербовочного центра военно-морских сил Украины. Здесь собрались сотни моряков. Этой ночью они помогали одесситам справляться с последствиями непогоды, защищали их от опасных веток и спасали от потопов. А через пару минут почти 30 моряков получат награды от президента и Министерства обороны. В их числе и Ростислав Шаров, начальник факультета военно-морских сил Одесской морской академии. Их учебная база когда-то находилась в Севастополе. Ростислав говорит, с момента аннексии полуострова изменилось многое. К счастью, в лучшую сторону. С 2014 года, когда мы вышли, ну, втративши всю навчально-материальную базу, весь свой навчальный заклад в Севастополе, нам підстав дружні плечі ректор Національного університету Одеська морська академія. Їхня навчально-матеріальна база, якою користуються наші курсанти під час навчання, вона
розвинута і відповідає сучасним світовим стандартам. З 2014 року змінились не тільки курсанти, але й воєнно-морські сили України в принципі. По словам головнокомандуючого, зараз вовсю повишається обороноспособність військ, восстанавливаються кораблі і налажуються отношения з западними партнерами. А ще руководство поставило цель обеспечить одеських моряків крыши над головой. Вчора мав тільки бесіду з групою Ради реформ щодо втілення пілотного проєкту. Це надання службового житла військовослужбовцям військово-морських сил. День защитника України наша страна відмічає 14 октября уже второй год. Тепер це офіційний вихідний. Мар'ям Ільхасан-Алі, Ігор Казанжи, 7 канал. Ночной ураган, по всей видимости, нисколько не напугал иностранных туристов. Сегодня в город прибыл очередной круизный лайнер. Его пассажиры готовы осмотреть Одессу и познакомиться с достопримечательностями нашего города. Небольшой круизный лайнер Island Sky сегодня рано утром прибыл в Одессу. Здесь он пробудет до 11 часов вечера. И несмотря на то, что погода неспокойная, туристы из Америки все равно отправятся на экскурсии по городу. Судно пришвартовалось утром в 8 часов к причалу Одесского морвокзала. На небольшом корабле длиной 90 метров приехали в Одессу туристы из Америки. На борту лайнера находится около 60 пассажиров, некоторые из которых уже успели даже выйти в город. Другие пока что ждут прогулки на туристическом автобусе. Дальше судно пойдет в Румынию. К слову, наш морвокзал будет принимать следующих гостей уже в конце текущего месяца. А вот жители Пересыпи не растерялись и решили воспользоваться огромными и глубокими лужами, возникшими после ливня. На углу улиц Николая Плыгуна и Атамана Чепиги образовалось настоящее озеро. Через него местные жители решили добираться из своего двора до ближайшего магазина за продуктами на настоящей резиновой лодке. У нас вообще капец. У нас ямы. Набирается вода сильно. Ну, мы в магазин пока на лодке. Ирина в лодке с мужем и двумя детьми. Говорит, лужи достигают в длину десятки метров, а в глубину выше пояса. Значит, можно плыть и использовать для дела и в удовольствие. В некоторых местах весло опускается в воду на 15-20 сантиметров. И лодка плывет сама и не останавливается. Но, тем не менее, расслабляться нам с вами еще рано. На Одессу вновь надвигается ураган. Синоптики гидрометцентра Черного и Азовского морей предупреждают о шторме. Ночью 14 октября по Одессе и области сохранятся порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Без существенных осадков, к счастью. Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем 9-11 градусов выше нуля. Напомню, что за эти сутки в Одессе выпала 4-месячная норма осадков. Это примерно 106 миллиметров осадков при среднемесячной норме 26 миллиметров. На этом у нас с новостями пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий, за тем, как коммунальщики и неравнодушные одесситы устраняют последствия вчерашнего урагана. Обо всем самом важном и интересном будем рассказывать вам регулярно, каждые 2 часа. Следующая встреча на том же месте, ровно в 6 вечера. Оставайтесь на 7.